На территории Новосибирской области произошел взрыв почти 50 килограммов тротила. Так, военнослужащие и саперы ракетных войск стратегического назначения предотвращают весенний паводок на территории Машковского района. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Для того, чтобы подорвать лед, саперы проводят тщательную подготовку. В месте подрыва измеряют толщину корки, глубину водоема и уже со всеми данными начинают расчеты. Нужно определить не только массу тротила, но и расположение зарядов. Под них во льду бурят лунки и уже только тогда приступают к протяжке необходимой проводки и сборке зарядов. Делают их из стандартных тротиловых шашек, которые в народе иногда называют мылом из-за внешнего сходства с хозяйственным. Взрыв рассчитывают так, чтобы ударные волны шли навстречу друг другу и максимально эффективно крошили лед. Только тогда, когда вся взрывчатка заложена и из опасной зоны ушли люди, звучит команда на подрыв. Огонь! Военнослужащие провели подрыв по просьбе главы администрации Машковского района. Совместили с плановыми учениями саперов РВСН. Кроме подрыва, ракетчики при разведке территории отработали использование беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3». Команда подрывников батальона боевого обеспечения ракетной дивизии вблизи населенного пункта Белоярка Новосибирской области в целях снижения негативного воздействия весеннего половодья и паводков, повышения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а также оказания помощи органам исполнительной власти Российской Федерации, провела подрыв ледяного покрова в реке Караус с использованием инженерных боеприпасов. Толщина льда в месте подрыва составляет 1 метр. Чрезмерный запас воды образовался из-за аномальных осадков. В среднем по области выпало в 2-3 раза больше нормы. Как утверждают синоптики, январь 2021 года выдался самым снежным за последние 60 лет наблюдений. В таких условиях метровый лед на реке Караус тронулся бы намного позже нормы, что привело бы к подтоплению соседних сел. Однако теперь, после того, как на месте поработали саперы, паводка можно не опасаться. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, новости ОТС.